Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Вот и подходит к своему логическому завершению 2020 год. Год был для многих из нас, да практически для всех, сложным во всех отношениях. Я имею в виду и пандемию, здоровье, я имею в виду и бешеный, какой-то действительно бешеный рост цен, особенно последние 2-3 месяца. Я знаю, что некоторое количество наших подписчиков, с которыми я переписываюсь, собственно говоря, которые мне пишут на WhatsApp, на Viber, все-таки не смогли решить свой квартирный вопрос в 2020 году и планируют это сделать в 2021. Друзья мои, я хочу от лица нашей компании, от всех наших сотрудников, в первую очередь поздравить всех наших подписчиков с наступающим 2021 годом, пожелать вам сбычи всех мечт. Вот все то, что вы задумывали, но, к сожалению, в 2020 году в силу некоторых причин, которые я перечислил выше, у вас не получилось эти мечты осуществить. Я желаю, чтобы все ваши мечты сбылись в 2021 году. Если мы говорим про переезд на новое место жительства, в частности про наш город, про переезд в наш город, если мы говорим про решение квартирного вопроса, в общем, я желаю, чтобы у всех вас, кто задумал решить свой квартирный вопрос, кто задумал переезд в наш город, чтобы это все случилось у вас в 2021 году. В большей степени, чтобы это случилось у тех людей, кто не смог сделать это в 2020 году. У вас обязательно все получится, я просто в этом уверен. Я уверен, что все-таки это неприятная болезнь, хотя может ли болезнь быть приятной. Я уверен, что все-таки болезнь сойдет на нет. Я уверен, что все-таки в 2021 году все наладится и со здоровьем, и с, ну, хотелось бы, по крайней мере, хотелось бы в это верить, с финансовым благополучием наших людей. Может быть, не сразу, может быть, постепенно, но я думаю, что мы будем выходить из той ситуации, в которую мы сейчас все с вами попали. Поэтому я думаю, что однозначно все будет хорошо. Я очень на это надеюсь. Я поздравляю всех вас с 2021 годом. Счастья, здоровья, удачи, любви и обязательно решение вашего квартирного вопроса. С нашей помощью, без нашей помощи, неважно. Это уже второстепенно. Всем самое-самое главное – здоровье. Здоровье вам, всем вашим близким, финансового благополучия. И, повторюсь, решение квартирного вопроса. А мы вам, агентство недвижимости «Ваш верный выбор», с удовольствием в этом поможем. Наступающим 2021 годом. Пусть он будет гораздо лучше, чем 2020 год. Пусть он принесет нам только улыбку, принесет нам только победу, исполнение всех наших желаний и как можно меньше нас разочаровывает в тех или иных ситуациях. С наступающим 2021 годом, друзья. До встречи в 2021 году.